В солнечном городе Радуга дети отдыхают со 2 числа. Мы решили посетить достопримечательности города, пройтись по его улочкам и побывать в излюбленных местах горожан. День в импровизированном солнечном городе начинается с зарядки. У нас лагерь оздоровительный, поэтому каждое утро у нас начинается с зарядки. Зарядка у нас проходит на улице, если дождик, то в спортзале. Зарядка проходит под музыку, детям очень нравится, они с удовольствием выполняют все упражнения. Так как у нас оздоровительный лагерь, то мы детей ходим, оздоравливаем, в бассейн ходим, на корт. Настольные игры, рисование, специально оборудованные спортивные классы дают возможность проживающим в этом городе выбрать занятия по душе. Жалоб не поступало в репутации лагеря. Главное то, чтобы дети были довольны отдыхом, чтобы им было интересно и чтобы о нашем лагере были хорошие отзывы, конечно. Овощи, фрукты, молочные каши по утрам – это именно то, что нужно растущему организму. Рацион у нас полноценный, кормят достаточно очень вкусно. Овощи, фрукты, что немаловажно для наших северных условий. Кормят нас профессионалы, поэтому они знают, что дети любят, чтобы меньше было отходов. Питаются 3 раза в день. Завтрак у нас, обед и полдник. Очень нравится. У нас на первом сезоне повар такой профессионал. Квалифицированное медицинское обслуживание во время массового отдыха детей – это одно из обязательных условий лагеря. Со слов медицинского работника, серьезных обращений к врачам не было. У нас серьезных не было, и слава Богу. А ну, дети есть дети, они прыгают, бегают, играют, поэтому какие-то царапинки, ранки. Помощь мы им оказываем. Для этого у нас медикаменты все есть для оказания первой помощи. Ну, серьезных заболеваний нет, да, дети болеют, бывает, что и отправляем мы. Ну, если ребенок заболел, то вызываем родителей, сообщаем им. На всех улицах солнечного города раздается детский смех. Со слов ребят они с удовольствием общаются друг с другом. В этот лагерь, ну, то есть в 24-ю школу хожу в первый раз. Раньше я была в другом лагере. В этом лагере очень хорошо. Мне тут нравится больше всего ходить на экскурсии, смотреть, ну, ходить в бассейн. Кормят на завтрак кашу, например. На, ну, потом нас кушают, ой, нас, это, ну, тут нас кормят двумя блюдами, супом. И еще чем-нибудь, рисом. Хороший отдых, насыщенная интересная программа. Атмосфера лагеря позволяет детям оздоровиться и получить много новых впечатлений.